Ребята, ну всем здрасте, с вами Руслан Ас, и сегодня мы опять же будем пачивать над компьютером. С первого раза включилось! Не верю своим глазам, что он включился с первой попытки. А мы кого будем сегодня рисовать? Я даже не знаю, если честно. Что-то хочу посмотреть на это видео. That was a close one, Henry. But I'm not going to pull you up. See, without you, I become the leader of the Toppet clan again. I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Goodbye. Реально крутое видео. Але мы це отложим. Мы будем рисовать кого-то, но я даже не знаю кого. Я просто хотела записать видео, а я даже не знаю кого снять, ну, нарисовать. Это, конечно же, мое новое видео. Сагулик, привет! И, короче, что я еще снял? А, батл. Ну, это тоже крутое видео. Скажите, откуда музыка? Я вам не скажу, это секрет. Ладно, заходим в Paint. Может, я не только буду рисовать, а и снимать какие-то игры. Ну, я даже не знаю, кого нарисовать. У меня появилась идея. Давай нарисуем моего друга Джеремиза. Мне надо зайти на мой канал. Подождите, сейчас покажу, кто он. Я нашел комментарий друга и очень крутую анимацию, которую я тоже сделал. Вот, это Джеремиз. Это мой друг. У него будет 140 подписчиков скоро. А где же мы будем срисовывать его? Ну, еще подумаю. Давай оттуда будем отрисовывать. Он круглый, не квадратный. Так что мы берем не круглого. Это Стик Нотес. У него только голова круглая. Ну, не знаю. Ладно, беру почти такое же круглое. Он у нас вот такой. В принципе, не складно его будет нарисовать. А меч, ну, он эпический просто. Я не знаю, как его рисовать. Ладно, у него ноги маленькие. Так, надо вот так как-то. О, идеальное. Только надо... Короче, сделаю обводку, а дальше выдала с вами раскрашу. То есть половину проводки. А больше сниму с вами. Ладно, так уж и быть. Что ж, так его нога. Так, его еще нога. Вот так выглядит. Ой, а у нас тут телефон выключился. Ну ничего. Включился. А чё ты сбившийся, как паровоз чу-чу-чух? Что я только что сказал? Паровоз чу-чу-чух? Ладно. Это как Генри Стикман. Я нарисую Генри Стикмана. Ладно. Ну, я тут рисую Джеремиса, а не... Генри Стикман. Чё за упоротая нога? Чё за упоротая нога? Вот эта нога лучше. Знаете, лучше. Просто лучше. Ты сбил!
Вы скажите, мою мать, что это? Что это? Три часа ночи? Одна секунда. Эх, и 12-я минута. Чё? Вы скажите, моя мать. Чё это такое? Я не знаю. Что-то не так с компьютером. Он сломался. Логично, он сломался. А скажите, где ноги? Зачем ты их убрал? Их не убирал. Я их не убирал. Вы смотрите. Ладно, что ж. И буду дальше рисовать. Я не знаю. Берем круг. А, у него же еще шея. И берем круг. Постоянно отключается. Надо вот такой. Надо идеальный круг. О, нормально. Очень нормально. Уберу эту дичь. Знекла! Ща будет мем. Стоп. Круглая голова идеальная. Идеальный персонаж. Ладно, что мы... Я знаю уже скин, поэтому не покажу вам. Ладно, что ж, рисуем. Глаза надо нарисовать, придумать как-то. А, не показалось. Скажите, что это? Зачем? Вы увидите. Так, все, готово. Раскраска будет очень быстрой. Вот зачем это. Сделаем. Так, ладно. Ладно, что ж, делаем меч. Ладно, сделаю сам, а потом вы увидите. Готово! Нет, не готово. А теперь точно готово. Закрашивай. В смысле? Ладно. Да, в смысле? Ладно, подождите. А теперь точно готово. Как тебе, Джеремис? Хоть ты английский, но ты посмотри, пожалуйста, это видео. Тебе должно понравиться. Это очень идеально. Круто. Супер. Ну, если вы поставили лайк, ну, давайте, подписывайтесь и ставьте лайки. И все такое. Давайте. Я буду рад, если вы подпишетесь, поставите лайки. Я очень буду рада. Ну, и концовка, конечно же, будет. Ладно. Всем пока и до скорых встреч. Ладно, всем пока и всем до завтра. Да, до завтра.